А это столовая. Какая просторная. Да, в таких домах они большие. Из некоторых даже отдельные квартиры сделали. Так что вам крупно повезло. Сколько здесь спален? Две. Но есть еще кладовка, которую можно использовать как кабинет или третью спальню. Нам определенно нужно три просторные спальни. Тебя спрашивали? Нет. Пройдем на кухню. Какая светлая кухня. Она не очень большая, но пространство использовано весьма рационально. Холодильник встроен в стену. Какая находка. И плита здесь электрическая. Я не люблю электрические, силу нагрева трудно регулировать. Тебя спрашивали? Смотри на меня. Смотри мне в глаза. Тебя спрашивали? Не зли меня. Бум! Да, и насчет посудомойки нужно будет договориться. Поднимемся наверх. Вот, такой вот дом. Есть вопросы? У меня нет. Дорогой? Сегодня после обеда посмотреть дом придет еще одна пара. Так что... Мне все понравилось, но не слишком ли это дорого для нас? Послушайте, я знаю, что это самая дорогая покупка в вашей жизни. Я все понимаю. Если вам с муженьком нужно время подумать, у вас есть мой номер. Если честно, мы не рассчитывали на такую сумму. Тебя спрашивали? Нет. Купи дом. Денег нет. Купи. Я обращусь в банк. Купи. Не надо. Купи. Не заставляйте меня. Купи. Умоляю. Купи. Хватит. Купи. Так нельзя. Купи. Вы слишком... Купи. Не куплю. Купи. Ладно. Отлично! Давайте вернемся в мой офис и подпишем бумаги. Какой трудный день у меня выдался.